Недобежкин Павел, студент по физике. Павел Недобежкин, выпускник 17-й школы. За годы учебы молодой человек достиг высоких результатов в точных науках. Это подтверждает и 100-бальный результат по физике, и заслуженная золотая медаль. На будущее планы сейчас заявление подать заявление в ВУЗ, чтобы его приняли и поступить. Связанное с физикой, 100 баллов по физике же. В общем, думал что-то с инженерной или с наукой. То есть продолжать двигаться там, где интересно и где получается. Я думал, может быть, в Москву или в Новосибирск. Пока думаю. Вместе с Павлом лучшими выпускниками 2023 года стали еще 56 учеников из разных школ. Традиционно больше всего золотых медалистов в Бийском лицее. Было тяжело, много моментов, когда что-то не получалось, но нужно было собраться силами и идти дальше к своей цели. И сейчас она достигнута. Учителя всегда давали нужное направление. Они поддерживали меня во всех начинаниях, помогали в том, чтобы я участвовала в олимпиадах, помогали, если возникали трудности. Благодаря нашим учителям я поняла то, чем я хочу заниматься, то, что мне интересно. Конкретно для меня это обществознание. И исходя уже из этого любимого предмета, я дальше пошла выбирать свои любимые направления. И теперь я знаю, чем хочу заниматься в жизни. Сей торжественный день! Чествование золотых медалистов прошло у памятника Петру Первому. Впервые в Бийске появился главный символ выпускных северной столицы – алые паруса. На торжестве побывал и сам император с напутственными словами для выпускников. Славьте малую родину и отечество нашими успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством своих поступков. Город Бийск основан по именному указу Петра. Петр Первый прославлял Россию. Это гордость нашей истории. Я думаю, что это знаковое место, и дай Бог, что нашим детям повезет. Это дети, которыми гордится город. Это дети, которые прославят Алтайский край и Россию. Я в этом уверена. И я думаю, что дети будут достойны и с гордостью нести ту часть города Бийска, которая составляет его славу. Славу как города Наукограда. Школьные уроки, звонки, перемены уже позади. 57 золотых медалистов Бийска готовы к поступлению в ведущие вузы страны и открыты к новой студенческой жизни. Олеся Бедарева, Дарья Федоркина, Илья Петков. Будни.